О том, что Мозырщина умеет ярко, красочно, радушно принимать гостей, наглядно показала организация областного педагогического совещания. Главная городская площадь пестрела красками и творчеством. На время превратилась в живой организм, молодой, задорный. Здесь были представлены заявочные стенды учреждений образования со всей Гомельщины. А мозыряне отвечали за настроение, пели, танцевали, в том числе брейк-данс, выступали черлидеры, был и флешмоб с флагами. Нашлось место и демонстрации военно-патриотического воспитания. Колонны дошколят прошли торжественным маршем. За всей этой красивой картинкой стоит планомерная, кропотливая работа педагогов. Представители этой сферы со всей области собрались в зале городского дворца культуры, чтобы подвести итоги и очертить планы на будущее. Сфера образования стратегическая – это фундамент развития страны. Без малого 30% от общих расходов бюджета в этом году предусмотрено на содержание учреждений образования. В цифрах – это внушительная цифра – 1 миллиард 254 миллиона рублей. В сравнении с прошлым годом, в текущем на 20% увеличился объем бюджетных средств, выделенных на проведение ремонта учебных заведений, в том числе капитально 15 объектов образования. Большой педсовет – это возможность обсудить актуальные вопросы, в том числе и профильное образование по востребованным специальностям. Одно из приоритетных направлений – это подготовка специалистов для агропромышленного комплекса. Вводятся специальные факультативы. У многих школ есть свои приусадебные участки, где ребята с педагогами выращивают собственный урожай. В приоритете также здоровье и безопасность детей, профилактика правонарушений. Традиционно педагогическое совещание стало поводом отметить и поощрить лучших работников сферы образования. На сцену поднимались и выпускники, которые на централизованном тестировании получили максимально возможные 100-бальные сертификаты. Среди них сразу две мозырянки – Милена Васько и Вероника Смыковская, которые своими результатами прославили учреждение образования Мозырский государственный областной лицей и среднюю школу номер 9 на всю республику. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».